Иномарка, в которой находились 5 человек, рано утром слетела в кювет и перевернулась буквально на ровном месте. В результате одна из пассажирок, девушка 23 лет, получила ушиб головы. Ребенок во время аварии был на руках у другой пассажирки, его матери. Малыш не был пристегнут и вылетел в окно, его придавило машиной. Через несколько часов от полученных травм ребенок скончался в детской больнице Абакана. У матери врачи нашли перелом ключицы. В крови водителя алкоголь не обнаружен, кстати, он совсем не пострадал. Ехал за белой яркой, метров 10, думаю. Затаскал задницу, думаю, колесо с правой стороны водительское. Следователи не исключают, что ДТП произошло из-за технической неисправности автомобиля. Тем более машину парень купил за сутки до этого и не успел ее изучить. Однако, если будет доказана вина водителя, ему грозит тюремный срок. Кстати, по роковому стечению обстоятельств пострадавшие пассажиры ехали из Черногорска в Табат на похороны родственника.